Доброго ранку, ми бажаємо нашим телеглядачам і вітаємо наших гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Будемо сьогодні займатися чайною поезією. Так. Тому що з'явилися наші гості, ви вже пізнавані, тому що не раз у цій студії проводили такі міні-чайні церемонії, наскільки це дозволяє час прямого ефіру, ну і наскільки дозволяє можливість зосередитися, тому що Володимир весь час нарікає на те, що, ну на жаль, ну не може він у повній мірі насолодитися ще й проведенням чайної церемонії тут, тому часто запрошую приходити до вас. Давайте запрошуйте ще раз, а потім вже перейдемо до самої церемонії. Де вас знайти? А, знайти? А, українське? Як вам зручно? Вулиця Полякова, 3. Магазин «Чайна поезія». От так, якщо хочете чаювати, ласкаво просимо. Ну, а така міні-чайна церемонія відбудеться просто зараз у нашій студії. Ми з вами зустрічалися, якщо не помиляюся, взимку, і тоді було актуально це питання, тому що всі люди зігрівалися чаєм. Зараз осінь, така золота пора, начебто спека закінчилася, такі перші прохолодні дні, і хочеться посмакувати чаєм. Але мало хто знає, як правильно це робити, тому що зазвичай береться велика чашка, наливається туди, заварюються пакетики чаю, що це дуже швидко робиться, так? Насипається цукру, молока додається з хлібом і з медом, люди смакують чай. Насправді все це відбувається інакше, якщо ви хочете відчути справжній аромат чаю. Як? Прошу, Володимир. Якщо говорити про сезонності, осень, время улунов и пуэров считается традиционно. Улуны и пуэры. Улуны относятся к бирюзовым чаям по классификации, по ферментации. Бирюзовый цвет, под цвет бирюзы. Пуэр – это гиперферментированный черный чай. И насколько позволит время в прямом эфире, мы продемонстрируем вам, заварим пуэр и улун, если хватит времени. Если хватит часа и сил. Да, потому что по определению это процесс неторопливый, спешить некуда. В прошлый раз, когда мы были зимой, мы демонстрировали метод варки, метод Луюэ, поэтому в этот раз решили показать другие методы. Заварювання в глиняному чайнику. Ну, такий незвичайний посуд. Пінча. Ще раз, якщо можемо, давайте нагадаємо телеглядачам, можливо, хтось не чув, не бачив. У нас є спеціальна дошка для чаювання. Да. Що це за дошка? Ну, доска з поддоном, собственно говоря, при заварюванні чая, я это покажу в процесі. То есть выливается некоторое количество воды по технологии, и она сливается в поддон, который внутри. Ну и также доска, собственно говоря, она создает чайное пространство. Это некий такой энергетический процесс, вот. И доска – это чайное пространство, в первую очередь. І ще багато незнайомих для багатьох, але цікавих речей знаходиться на нашому столі. Що це? Ну, собственно, это все атрибути і аксесуари, які необхідні для чайної церемонії. Я думаю, найголовніше – це чай, собственно, покажи. Да, вот классический чорний чай пуэр. Изначально он делался вот так, хранился прессованным. Позже стали делать его также рассыпным. Вот. Ну, он спрессован в такую своего рода плюшку. И мы отламываем. Необходимо кількість, так? Да. Цього вдосталь буде. Це не багато і не мало. Ну, чтобы мало нам не показалось, мы добавим еще. Я ни на что не натякала. Я тоже. Вот, прогревается посуда.
Минулого разу ми встигли засвоїти, що не треба поспішати пити чай, треба, щоб він спочатку закипів, а листя потім все ж таки осіло. Да, это метод Луїя був. В даному случае ми будемо заварювати. В прогрітую посуду. Ну, ви принесли чай, він достатньо цікаво зберігається. Як правильно зберігати чай і як взагалі оприділити, що цей чай ще придатний до споживання? Віталік, може, скажеш. Ну, чай, на самом деле, вот пуэр, он удивительный тем, что он хранится, можно сказать, бесконечно. Угу. Вот, именно пуэр. Тобто сроку придатності він немає? Ну, на бумагах має. Да, а вообще, то есть у него есть выдержка. Считается, что выдержанные пуэры, они более обладают полнотой, потенциалом. То есть годами он становится как коньяк лучше, насыщеннее. Это относится только к пуэру. То есть именно на него влияет возраст. Інші чай таких властивостей немає. Ни в коем случае. То есть есть улун, бирюзовый чай, например. Ну, доберемся, не доберемся. Он хранится в фольге. Фольге запаянный, иногда в вакууме, очень часто, вот я сейчас насыплю, очень часто в холодильниках, но это отдельная тема для разговора. В холодильниках. Вот я не знаю, как ближе показать. Вот, вот такой вот улунчик. Улун дословно переводится как черный дракон. Вот, это вот нам друзья привезли, чай называется циншин. Вот. Он для чайных церемоний, его можно в чайнике заварить, можно в такой вот гайване, как делают китайцы. Вот. Ну, гайвань – это вот тема, наверное, следующего разговора. Обов'язково. Ми розмежуємо і зробимо теж і у наших прямих ефірах певну таку сезонність. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо наших телеглядачів. Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, де можна купити такий чай і скільки він стоїть? Дякуємо. Ну, таке практичне запитання. Ну, я упоминав чайна поезія. Ми там, це Полякова 3, працюємо вже около 9 років там. Я думаю, що справжні гурмани чаю знають да, це місце. Да, да. Чай стоїть дорого, сразу скажу. Тобто, ну, продається отакий чай на ювелірних весах. Вот. Отакий пакетик, ну, може стоїть 10, 20, 30 гривень там і вище, допустим. То есть чай – это драгоценность, и он не может быть стоить дешево, например. То есть это произведение искусства. То есть это не на каждый день. Но если есть вот возможность и потенциал пить такой чай каждый день, то очень здорово будет. Вот. Вы каждого дня пьете чай за всеми традициями чайной церемонии? Ну, так. Да, это у нас такая работа. Приходит очень много чая, иногда просто физически нужно перепробовать весь чай. Работа как хобби. Да. Я бы не сказал, что мы так вот перетруждаемся, но в удовольствие, по крайней мере, мне. Ну, мы бачимо, что отримуєте задоволення. Тому що все ж таки вдається вам абстрагуватися від наших балачок з Віталієм і насолоджуватися самою церемонією. Де навчалися цьому? Тому що все так вправно, професійно робите. Я навчався просто практично заварював чай. У мене був учитель Сережа Архіпов. Він привез чайну культуру. Він працював в елітному клубі чайному в Москві. В общем-то, він нас дав такий толчок, посил, навчив нас. Далі ми самі, в общем-то, развивались. Спасибо ему большое. Всегда его вспоминаю. На самом деле, главное – практика. Практика, практика, еще раз практика. Быть в потоке. Что мы делаем? Розповідайте, потому что все так цікаво и незвично. Ну, вот чахай, чаша справедливости или море чая. Чтобы заварка распределялась по чашкам равномерно, сначала вливается чай в чахай, отсюда же и ощущается его аромат.
Ну, скажу честно, что відчувається аромат. Да, издалека. Вже на відстані. Он качественный чай, он очень ароматен. Дальше розливається по чашкам. І можна вже смакувати. Да. Я сподіваюся, наша телеглядачка, яка переймалася питанням, де придбати чай, не пропустила головного, як правильно його заварювати. Ну, на жаль, не всі вдома є такі дошки для чаювання. Та сподіваємося, що якщо завітаєте до чайної поезії, побуваєте на справжній церемонії. Ну, по крайней мере, в чайной есть собственная чайная, где можно попрактиковать. То есть на самом деле это как передача мастера. То есть он рассказывает, показывает и обучает. В процессе, просто ненавязчивое обучение происходит. Ну, це захоплююче. Скажу чесно, якщо знаходитесь поряд, то хочеться помовчати, якщо чесно, і насолодитися тим, що відбувається, але, на жаль, не можу, тому і вас збиваю. Ну, по поводу поля, скажу, що це самая древняя форма чаю, то есть ей 5-6 тисяч лет. То есть в таком виде это его везли в караванах чайных из города Куньмин, где, собственно, это столица, скажем так, Юнани, родины чая, в Алхас. Вот, в таком виде он хранился, везся полгода туда. И очень компактно, удобно и так далее. То есть это, ну, самый древний известный чай. И по поводу сезонности он, естественно, согревает, то есть он дает тепло. То есть в животе начинается какой-то там процесс, такое наполнение и тепла. Вот. Ну, осень, зима идеальная для него. Ну, херсонці, не тільки херсонці, мешканці всього світу, мабуть, не досить добре знають, коли ще споживати чай. До їжі, після їжі, замість їжі. І чи має взагалі це якесь значення? Лучше всего место. С едой совместим, только вот чай, который мы сейчас пьем, считается пуэр. Он помогает пищеварению, он устраняет все дисбалансы в желудочно-кишечном тракте, считается одним из самых целебных. Выводит токсины и согревает. А остальные чаи лучше все-таки употреблять, ну, как бы отдельно от еды. Ни до, ни после чаепития. Это такой процесс. Он сродни медитации, что ли. По сути, это медитация. Конечно, можно есть и медитировать, но зачем портить один продукт другим? Не все продукты совместимы с чаем. По сути, только мед считается. Можно добавить, але не до цього чаю. Чи по смаку. Є у нас телефонний дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Доброго ранку. Доброе утро, есть дзвоночек. Вы знаете, вот я сижу, почему-то, конечно, в руке я держу чашку с кофе, конечно, жалею. Ребята, здорово, классно. Вот сейчас улыбаетесь, отлично. Потому что, ну, настолько все меланхолично, ну, мне кажется, что мы сейчас уснем. Конечно, вы рассказываете, ну вот какого-то такого вот. Вот чего-то не хватает, может, мудрый какой-то чайный, я не знаю. Правда, тема обалденная, великолепная. И один такой вопрос. Вы не хотели бы, или, может быть, вы это делали, проводить в Херсоне обалденные мастера-классы, вот именно о том, о чем сегодня вы говорите? Потому что, я думаю, информации много. Занимаетесь ли вы этим? Спасибо. Дякуємо за запитання. Ну, я готов проводить мастер-класси. Обращайтесь. Вот чайная поэзия Полякова 3. Вот Виталий Николаевич. Думаю, чи готов Віталій проводити такі мастер-класи на базі, наприклад, чайної поезії? А они проводятся. То есть я это упоминал. То есть это практикум. То есть можно приходить каждый день и заказывать новый чай с новым способом. И задавать вопросы и самому участвовать. Можно, допустим, мастер заварит первую заварку, а остальные делает сам гость. И в процессе у него возникают правильные вопросы, то есть это уже практикум такой. Вот и весь ответ. Мы обучали людей, то есть последняя девочка уехала в Турцию работать, она прошла полный курс, вот,
каждый день мы с ней работали, разные мастера, и давали, ну, делились знаниями. Она уехала довольная, наполненная, купила все необходимые штуки, поехала в Турцию туркам заваривать чай. Угу. Тем паче, что мешканцы этой страны очень любят пить чай. Ну да, у них там свой чай черный, такой жесткий вариант, скажем так. Я думаю, китайцы достигли невероятных высот, у них диапазон чая в Китае намного выше. Угу. Есть чему учиться. Ну, як я вже казала, що у цій справі головне не поспішати, відповідаючи на питання нашої телеглядачки, чому саме все так розмірено, тому що саме цим і подобається мені, Володимир, тому що відчуваєш себе незалежно, де б ти знаходився, на справжній чайній церемонії. Так має бути, а ви, мабуть, знаходилися із чашкою кави у руці, а не як не чаю. Тому що якщо б пили чай, якщо б мали час ще залишитися вдома, то обов'язково б це б зробили, переконана. Ну що ж, на жаль, обмежені часом. Я думаю, що можна смакувати, так, насолоджуватися чаєм і під час цього якісь ранкові побажання усім нашим телеглядачам. Прошу, спочатку від Володимира, а потім від Віталія. Ну що ж, щастя, здоров'я всім. І от хочу предложить приходить и пить чай, очень бодрящий напиток, пробуждающий, приводящий мысли в порядок и пробуждающий, приводящий мысли в порядок. Дякую. С добрым утром всем. Намасте. Дякую, Виталий. Я хочу пожелать всем, чтобы у каждого нашелся время, собственно, то есть остановиться в спешке и попить чай, собственно, настроиться на определенную волну. То есть чай он не успокаивает ни в коем случае. То есть он собирает человека, гармонизирует и направляет мысли в нужном векторе, скажем так, чтобы у каждого был свой вектор. Ну, ось, власне, таку пораду і отримали від наших гостей. Пити чай не для того, щоб худнути, пити чай не для того, щоб чимось досмакувати їжу, пити чай не для того, щоб втамувати спрагу, пити чай для того, щоб бути в гармонії з самим собою.